لا، كل ما أريد أن أقوله أن نحن دائما Наше постоянное стремление – развивать регион Красного моря, который стал крупным туристическим центром. Кроме того, наша цель – усиливать такое направление, как экологический туризм. В этом регионе находится несколько зон природных заповедников, пригодных для такого вида туризма. И мы нацелены на развитие и диверсификацию туристической отрасли, чтобы она не ограничивалась побережьем Красного моря и историческими районами, но и развивалась в заповедных зонах, прилегающей к Красному морю пустыни. И наши братья, туристы из России, очень важны для развития данного направления. Последствия экономического кризиса не затронули взаимный оборот между Россией и Египтом. Он сохранился на прежнем уровне. Объем российских инвестиций в Египет составляет приблизительно 1 миллиард египетских фунтов. Это 200 миллионов долларов. Большая их часть приходится на сектор гостиничного бизнеса и туризма. По моему убеждению, эта сумма мала, слишком мала. Мы надеемся, что в ближайшем будущем поток российских инвестиций в Египет увеличится. بهذا التنوع في المنتج السياحي